гарантии безопасности, как он вчера сказал, пообещал, были предоставлены. Ну, я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси, как я и обещал. Если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их счет. Но, как Ленин говорит, тут мне бы такое подразделение в армии не помешало. Я с тобой согласен.